Андриану Ладу Юрьевну, присмотренное совершенно преступление, предусмотрено пунктом 2 части 2 статьи 38 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии с частью 2 статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ заменить Андриану Ладу Юрьевну наказание в виде 2 лет лишения свободы на наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года, с удержанием 10% заработной платы осужденных доходов государства, побывание наказания в местах, определяемых учреждениями и органами уголовной исполнительной системы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией проведения поступления здравительных и спортивных зрелищных предприятий сроком на 2 года. Срок принудительных работ осуществляется со дня прибытия осужденного в исправительный центр для отбывания наказания. В соответствии с частью 1 статьи 60.2 УИК Российской Федерации осужденного Андрианова следует к месту отбывания наказания, где принудительных работ не станет за счет государства. Меры прощения Андрианова для запрета определенных действий до вступления приговора закона в силу отменить, до вступления приговора закона в силу избрать Андрианова меры прощения за фактическое невыезде и надлежащее поведение. Зачесть Андрианова срок отбывания наказания, время применения меры прощения в виде запрета определенных действий с 30 июля 2021 года до 1 сентября 2022 года из расчета 2 дня нахождения под запретом определенных действий за один день принудительных работ. Гражданский иск Конкина удовлетворить частично взыскать Андрианова на Юрьевну в пользу Конкина Владимира Алексеевича компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, расходы на погребение в сумме 565 537 рублей.